Доброе утро! Я начинаю новое изделие, еще одну маленькую кофточку. Она будет более элегантная, потому что она будет однотонная, и мотивы, которые я вяжу для этой кофточки, более элегантно смотрятся. Нашла я этот фасон в Pinterest, он мне очень понравился, и для меня это будет несложно связать небольшую кофточку. На большое платье я пока не решаюсь, но мотивы, которые представлены на том фасоне, который я нашла, я не разыскала в Ютубе, нашла похожие в мастер-классах у Анастасии Хмель. А вот цветочки я не нашла. И начинала такие цветочки пробовать связать сама, основываясь на тех приемах, которые я уже освоила и которые я уже вязала. Вот такие вот цветочки у меня получаются, и вот этот вариант мне нравится больше всего. Я постепенно, когда вязала, приходила к новым каким-то вариантам, которые можно использовать. И для того, чтобы самой не забыть, как я его вязала, и для того, чтобы с вами поделиться, я буду делать маленькие короткие видео о вязании этого цветочка поэтапно, чтобы это было несложно, быстро и удобно. До встречи на следующих видео. Пока! Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы! И не забывайте, что не боги горшки обжигают.